Артурас Жулпов, полузащитник. Родился в столице Литвы, Вильнюсе. Игрок национальной сборной. Воспитанник местной футбольной школы. В Актобе перешел из литовского Жальгириса. Надеется, что со своей новой командой выиграет много титулов. Первые шаги в футболе, так, я думаю, как и у многих ребят, все начинается со двора, с 7 лет, по-моему. Во дворе уже играли с ребятами в футбол, а на первую тренировку так отвез меня отец, и можно сказать, с этого момента я заболел футбольной болезнью, и очень рад, что иду по этому пути. А профессиональный первый контракт я подписал в 16 лет с клубом ФЦ Вильнюс. Правда говоря, его уже нету, потому что он столкнулся с финансовыми проблемами. И в этом возрасте дебютировал уже в высшей литовской лиге. И с этого все, можно сказать, и началось. И, можно сказать, отыграл и во всех молодежных сборных. А и, если не ошибаюсь, в 22 года уже дебютировал за национальную. И постоянно вызывают и играю в национальную. Я был рад принять этот, как сказать, это предложение, и для меня это, я считаю, что это новый этап в моей футбольной карьере, да, можно сказать, и в жизни, потому что все равно как бы первый раз я играю в зарубежном клубе, и для меня это как новая мотивация, как я и говорю, новый этап. И можно сказать, что с новыми силами, опять же, с новой мотивацией и дополнительная ответственность появляется. И в команде, даже если честно, я не ожидал, что такая хорошая атмосфера, что ребята приняли так профессионально и помогают адаптироваться новичкам, так с точки зрения адаптации вообще никаких проблем абсолютно нету. И я уже чувствую себя как в своей команде, чувствую себя точно очень хорошо. Все-таки я футболист, интересуюсь футболом, и особенно когда появилась заинтересованность со стороны Актобе, так я начал интересоваться еще больше о клубе, о чемпионате Казахстана. И могу сказать, что чемпионат на самом деле очень сильный. И считаю, что с каждым годом он растет, уровень чемпионата. И я считаю, что доказательства, особенно лидирующих команд, которые играют на Кубках Европы, которые показывают то, что хороший результат с каждым годом. Так, мое мнение, что казахстанский чемпионат точно очень серьезный. Вот как раз ребята так и говорили, что болельщики у нас самые лучшие. А насчет того, что требовательные, так я считаю, что так и должно быть, потому что игрок должен чувствовать ответственность, должен отдаваться на каждой игре, неважно ли это дружеская или официальная игра, и должен доказывать на каждой игре, на каждой тренировке, что он достоин играть, достоин быть в этой команде. И играешь не только для себя, а для клуба, для болельщиков. И как я и говорю, надо доказывать в каждой игре. И я думаю, что болельщик – это очень большая часть успеха команды. Если болельщики, как сказать, поддерживают команду, чувствуешь ответственность и играешь намного лучше. Как я уже и говорил, что и дополнительная мотивация есть. Недаром говорят, что болельщик – это 12-й игрок на поле. И когда чувствуешь за спиной такую поддержку, так и прямо можно сказать, что летишь на поле. Он сколько интересовался-то, конечно, на данный момент, чем я могу. Только могу видеть видео с игр. И, допустим, интересовался игрой, как играли с Тяо, и видел, какая была атмосфера на стадионе. Так, если честно, аж даже мурашки по коже бегают, когда видишь, как команду свою поддерживают болельщики. И надеюсь, что так и будет дальше, что такая атмосфера и останется. И жду не дождусь, когда сыграю первую игру на этом стадионе с такой поддержкой. Пожелание мое очень краткое и ясное. Желаю, чтобы их любимая команда выигрывала абсолютно все. Спасибо.